Игра превосходная! Котеночек очень милый, особенно после того, как дашь ему зелененькую водичку. А как он спит? Ой, да это прекрасно! Тем временем кот Хуан! Всем привет, дорогие друзья, я Китик, и сегодня мы посмотрим отзывы под игрой «Говорящий Хуан». Там отзывы — это как отдельный вид искусства, поэтому я хочу вам их показать. Но чтобы все было честно, давайте вы прямо сейчас поставите лайк и оформите подписку на мой канал. Очень крутая игра с очень крутой графикой. Я в шоке от такого продвига в технологии. Даже сам Илон Маск хочет выдать Оскар за этот шедевр. Особенно зеленое зелье очень милое. Очень милое зеленое зелье. Не советую, ставлю 2 звезды, потому что первое, я решила скачать эту игру на планшете, ну и значит, даю коту зелька, он разваливается, если честно, я обосралась. Перехожу, захожу, кот красный, а глаза черный, вдвойне обосралась. Я выхожу из игры, а на обоях стоит кот. Откинула планшет, он разбился, через час я решила посмотреть и удалить, а оно не удаляется. Эти истории в отзывах намного лучше, чем разные фильмы ужасов, блокбастеры и так далее. Игра крутая, графика лучше, чем в реальности, особенно сюжет очень интересный, романтичный, хочется плакать. Ставлю 5 звезд, но я аут и надеюсь не попаду по 1 звезде. Конечно же, все мы понимаем, что это просто шуточные отзывы, но там есть реально какие-то отзывы мазохистов и так далее. Здравствуйте, игра очень классная, советую. А еще мне понравился момент, когда Джон выпил яд за 999 монет и распался на куски. После такого даже Хуан оху... Простите меня, ребят, я не хотел. Вот вам еще один пример такого отзыва. Вкусный кот, пожарила на фрикадельке. 10 из 10, чего? Анастасия, у тебя там все в порядке? Очень милая игра, как раз для детей. Еще этот котик очень прелестный, так и хочется съесть. Глазенки так мило выпучил, будто сейчас выпадут, и улыбается во весь рот. Жаль, что мало таких игр, хотелось бы побольше, ставлю 5 звезд. Полностью поддерживаю этот отзыв. Очень мало в наше время нормальных, милых игр для детей, поэтому нужно делать больше таких игр, как Хуан. Короче, расскажу вкратце. Я зашла в игру в 3 часа ночи, и на меня вылетел скример. У этого кота были черные глаза, и он не стоял, а летал. Летал, как будто он спит. Потом вдруг у меня залагал телефон и больше не включился. А потом и вовсе взорвался. Короче, игру не скачивайте, пишу с микроволновки. 13 человек отметили этот отзыв как полезный. Спасибо. Ребят, я знаю, что вы у меня самая талантливая и крутая аудитория. Можете попробовать придумать что-нибудь про мой канал в таком же духе, как эти отзывы, и написать прямо здесь в комментариях. Я хочу это прочитать. Это будет прикол. Не скачивайте игру. Мы с другом запустили ее, и у нас загорелась зеленая точка на телефоне. Это значит, что камера включена и за нами следят, а также включается прослушка. Хуан следит за всеми. Игра очень интересная, супер развивашка для маленьких детей, супер, советую. Ну, в принципе, игра как раз для меня, кто смотрел прошлое видео, поймет. Кстати, вот же оно, смотрите его на экране. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, с вами был Китик. До скорых встреч, еще увидимся.